Привет, ребята! Привет, ребята! Сегодня у нас замечательная игра. Укус акулы. Укус акулы. Shark bite. Ребятки, игрушка просто классная. Мы вообще любим игры про акул. У нас их было две. Много. Те, что я помню, то две. Да, там две. Одна была, где акула под водой плыла. Да, помнишь, надо было переставлять? Да. И вторая была там, где нужно было изо рта и доставать. Да, доставать разные вещи. Здесь так само. Чем-то похоже будет, чем-то, но не все, ребятки. Какие? Ага, посмотрим. Сейчас мы все. Сейчас мы все посмотрим, ребятки. Так, вот такая у нас акула. Вот такая у нас она будет. Ух ты. И зубы, ну. А ну-ка, мама. Так. Открывай. Амелия радуется нереально. Все так, достаем все по очереди. Давай. Ой, Шарк, сейчас покажу Степаха, сейчас мама достанет акулу. Я вообще жду, чтобы акула была. Потихоньку. Так. Зубы. Зубы. Шарк. Шарк. Подожди, Степаха, давай сюда. Ого. Посмотрите, ребятки. Просто, ага, конечно, без наклеек не обойтись, ребята. Я думаю, да. Глаза нужно ей приклеить. Так, мама, открывай, а, давай инструкцию, пока я покажу нашим друзьям, а ты открывай наши детальки. Она цветная. Так, ну как цветная? Ну да, можно сказать, что цветная. Вот такая инструкция, ребятки. Если бы папа мне подал ножницы, было бы вообще замечательно. Ножницы у тебя. Я справлюсь без... Вот тут они, это... Итак, ой, так, что так, там падает? Я достану. Кубик, да? Да. О, ребята, без кубика. Так, давай наклейки, Степашка. Я так понимаю, на кубик тоже нужно что-то наклеивать. На все нужно наклеивать. Итак, мама, доставай, что у нас там есть. Итак, у нас тут много всего. У нас глаза. Вау! И еще какие-то наклейки, сейчас мы их откроем. Давай, мама, показывай, что там. Я даже не знаю, что там. Ага, это рыбы. Это кости рыб. Мы или будем рыбы. Их вылавливать, походу, я так понимаю. А, все одинаковые или разные? А ну давай. Да. Не, разные. Мама, такая рыба. Так, это у нас. Откроем. Открывай, Степаха. Так, вау, крабик. Я вот такой. Открытые. Прикольный, так, что еще? Удочка. Удочка, да. Да. Вот этой удочкой, ребята. Две удочки. Этой удочкой мы будем. Сейчас, Степаха, я покажу. Вот этой удочкой будем доставать. Вау. Вау. Думаешь, это рак? Да, на рака похоже. То есть это был краб. А ага, акула рак. Кушает рака. Ну, не знаю. А может, это лобстер? Может, это лобстер. Так. Да, скорее всего, кстати, похож больше на лобстера. Я тоже так думаю, мама. Рак это вообще зачет. Так, и вот, итак, ребятки, смотрим. И у нас то, что нужно наклеить на наш кубик. Давай, мама, наклеивай. Ну и, конечно же, глаза. Так, это на кулак у нас идет. Да. Больно кусать. И что делаем? Все наклеиваем, читаем правила и сейчас вам рассказываем, ребята. Итак, ребятки. Ребятки, мы уже достали. А ну давай, мама, сюда я покажу нашим друзьям. Вау. Давай. Вау. Итак, ребятки, вот так вот выглядит все наши рыбки, раки. Раки и лобстеры. Вот так выглядит наша акулка. У нас еще и глаза теперь. Ну да, я же показал. Итак, ребятки, слушаем внимательно правила, мама нам рассказывает. Правила, походу, должны быть. Реально очень клево, что они простые. Да. Сейчас, итак, Амелия, будем у нас доставать. Есть две удочки. Так. И мы начинаем. И кубик. Да, кубик. Мы наклеили туда рыбок. Итак, бросаю я кубик, мне выпадает, например, в зависимости от того, попадет мне одна рыбка, тут две рыбки или сколько. Все просто. Попадает одна, вытягиваешь одну, попадает две, тянешь две. Да, я должна их вытянуть. Итак, я пытаюсь, надеюсь, у меня получится, так же самое будет делать Степан. И, думаю, что Амелия будет делать за тебя. Итак, в конце концов, наша акула должна выпрыгнуть. И я не знаю, как вообще что-то должно произойти, она захлопнется или как. Ну, короче, все мы увидим. Да. И в этот момент игра останавливается. И тот игрок, у кого будет больше всего вот этих Амелия. Морских существ. Обитателей, которые она уже переварила, я так понял. Ну, скорее всего, да. Значит, у
кого будет больше, тот и выиграл. Все просто. В принципе, как во всех классных играх. Да. Ничего сложного. Итак, ребятки, начинаем. Начинаем наше соревнование. Мама с Амелией. Амелия уже. Амелия. И Степаша. Итак, начинает, конечно, Степаша, потому что мама и Амелия это много. Да. Много, много лет. Самый младший Степаха выходит. Одна рыбка. Итак, хорошо. Пробуй, любую. Ребята, любую можешь выбирать. Да, здесь да, любую. Итак, сильнее немножко попробуй. Ага. О-о-о-о. Так, есть. Теперь Амелия, бросай косточка. Косточку. Смотри, давай. Бросай. Косточку. Косточку. Косточку-то Патрику. Одна, смотри. Одна, давай, достаем. Главное, чтобы она... И выскочила. И прям так сразу. Ну, испугался. Прикол. Смотри, смотри. Чё, покажи. Смотрите, ребята, насколько она прикольна. Она реально выпрыгивает. А ну ее так положи. Ой-ой-ой, прикол. Смотрите, ребята. Я так поняла, что, наверное, ну надо как-то легонько ее тянуть, что ли. Почему? Не знаю, ставь ее назад. Ставь назад. А то она, видишь, какая нервная. Ну да. Открывай ее рот. Прям так я открываю. Да, и вниз. И назад. Оп. Так, хорошо. Так, хорошо. Сейчас доставай ту... Как она называется? Рыбку или что ты там доставала, Элла? Где она? Посмотри. Вот она, да, выпала. Выпала. И вставляй ее обратно. Так. Так. Потому что, ребята, оно сразу закрылось, Степаха выиграл, так неинтересно. Давайте дальше попробуем. Так, мама пропускает, Амелия. Давай, Степаша, бросай. Давай, Степан. Не ожидала такого поворота. Одна. Ну, давай. Давай. Амелия, подожди, сейчас Степаха. Амелия хочет выловить. А, вместо Степана. Походу надо как-то так... Нет, ну так рукой не придерживай, да, потому что она будет закрывать. Да, да, да. Ты да, так да, тяни сильнее. Да. Давай, мама, бросать. Фух, так, смотри-ка. Одну. Давай. Одну, да? Давай, Амелия. Давай, Амелия. Пробуем. О. Осторожно. Давай. И что? Тяни, тяни, тяни. Оп. Мама и Амелия. Наша. Наша, да. Наш краб. Давай, Степаха, бросай. Ну ладно. Зеленый. Ладно. Одна. А, давай. Так. Так, у мамы с Амелией одна, у Степахи... Нет, две. Две, да? У нас краб. И... Так-так-так. Ага. Ну, а вот здесь. Ага. Давай. Оп. Так, Амелия, давай маме, давай маме. Бросай, Степашка. Видишь, как она... Подожди, это сейчас мы бросаем. Да, вы бросаете. Одна. Одну. Давай. А ну, класс. Давай пробуем. Давайте. Попробуем. Давай вот эту попробуем. А ну-ка. Ой. Оп. Так, достали. А ну, подожди, подожди. А ну, давай. Сейчас попробуем. Давай, вот. Иди-ка сюда. Есть. Так, 3-2. Давай, Степаша, бросай. На. Я верю, 3-2. Эх, любим рыбку. Одна рыбочка. Одна рыбочка? Рыбочка. Так, так, подожди, подожди, по очереди. Так. О! Есть. Уже четыре. Так. Я буду победитель. Я будешь? Да. Сейчас мы посмотрим. Ну, так, в первом раунде. Вот смотри, она уже сама, видишь? Даже мне уже помогать не надо. А ну-ка. Ой. Тяните. Есть. Есть. Давай. Ура. Ну, давай, Степан. Так, у нас три. О, Степану две. Две. Попалось. Давай, Степана. Сейчас посмотрим. Так, держи. Говорил, что выиграешь. Подожди, подожди, давай. Подожди, подожди, не мешай Степану. Есть так, еще одна. Подожди, Степан, сейчас Степан. Степаня. О! Степана скушал. Но, ребятки, все равно Степан выиграл. Степаша выиграл. 1, 2, 3, 4. А вот и Патрик. Он тоже хочет посмотреть. Может, он хочет, чтобы акула его съела? Я думаю, да. Это было бы круто. Лучше больше. Так, ребятки,
продолжаем следующую игру? Да. Хорошо. Давай, мама. Исё. Так. Подожди. Давайте вот так вот сделаем. Нет. Мама, не сломай игру. Не, не сломай. Я тебя прошу. Так, кто первый? Так, давай. Подожди. Вот так. Оп. О, есть. Есть. Я уже забыл, кто первый. Итак. Вставляй. Назад. Все, вставляй все назад. А, все? Да. Да, конечно. И сейчас будет первым бросать, вернее, не первым, а первая мама с Амелией. Давай. Первый мама е. Первый. Мама первый. Так, дорогие мои, еще одна. Давай. Есть. Все, Патрик, не мешай. Дай сосредоточиться. Сейчас, Амелия. Две. Две. Давай. Я уже думаю, что две рыбки это как бы опасно. Ой. Дерните сильнее просто. Да куда? О! Куда полетело? Так, еще одна. Еще одна. Ну да, две. Давай, Амелия, бери. Давай. Пожалуйста. Давай с той стороны возле Степана. А вот, смотри. Ну давай. Тяни, тяни. Оп! Есть! Степаха, бросай. Итак, одна. Давай. Ну, поехали. Давай, присаживайся вот так. Удобно. Да. Ну, Степан. Давай. Покажи свои способности. Смотри. Стоит тебя брать на рыбалку или не стоит? Стоит. Стоит, он же выиграл уже. Есть, хорошо. Ну, мама, давай, бросай. Так, дайте кость. Мне. Не стоит, я же выиграл один раз. Две, две. Снова. У-ху-ху, так, мама с Амелией рискует. У нас есть шанс. Ну, слушай, есть шанс проиграть. Рисковать нехорошо. Ну, так, 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 подожди. Вот это да. Считаем, сколько? У нас две. По две. А, у вас две, у Степана одна. Хорошо, давай ее опускай и продолжаем. Один-один. Не, опускаем и продолжаем. Может еще... Так, Степаха... А, мама пропускает ход, значит, Степаха, бросай. Патрик, одна. Патрику давай. Понравилось, видишь, он такой. Да, сейчас. Амелия, подожди, не мешай. Она упала. Вот. А это мы сейчас заберем, подожди. Ты доставай свою, а я тут сейчас достану, которая провалилась. Не, ты дергай, Степаха, так резко. Ну, не сильно прям так аж. Ну. А, понял, понял. Давай, давай, давай. Еще? Оп. Еще так само. За кулой сейчас пойдем. Давай, оп, есть. Оп. Так, мама, вставляй там. Я забираю. Да, да и вернем. Есть. Давай. Теперь так. Мама бросает. Теперь два, мама. Два. Не-не, не, нормально брось. Но рисковать нехорошо, да. Может, две опять выпадет? Лучше по нет, одна. Лучше по одной. Все-таки одна, давай. Давай вот этого попробуем. А ну-ка. Хорошо. Давай. Степашке одна. Давай, Степан. Так что я... Ну? Мама, смотри, мама тянет, и акулу никто не держит. Видишь, надо так ее... Давай. Это самое. О! А, ну уже понял, да? Наконец-то, наконец-то! Не прошло и две игры. Не прошло и полгода. Да, так тоже. Одна мама. Давай с Амелией, давай, Амелька. Давай, давай, давай. Ну вот еще вот этого. Давай. Сказала рака. Рака. Но это не рак. Это лобстер. И сразу его сделаем, покушаем. Приготовим. Давай, Степаха, бросай. На, держи. Это такой. Две Степану. Давай, у Степана три, у мамы четыре. Я буду рисковать. Давай. Еще. О, раз. И еще одна. Прошу, тебе не закройся. Давай. Сейчас. Так, Степаха не может попасть. Сейчас Степан сначала, а потом... О! Отпускай, отпускай удочку. Отпускай. Главное, чтобы руку не съела. Ну слушай, такие зубы тут реально как-то страшно. Так, счет. Счет, так, у нас 4. 4. И он. О, ничья. О, ничья. И это значит, что будет решающий бой. Итак, ребятки, контрольно это уже будет. Все равно Степаха, ребята, выиграл первую. И Амелия не выдержала. Да, не выдержала, потому что испугалась, как всегда. Что-то она у нас спуганная. Да, она у нас боится этих персонажей. То малыша боится плачущего, то... Ну, бывает. Маленькая. Ничего не сделаешь. Так, Степаха, давай. Ты начинаешь. Да.
и до первого укуса. Итак, ребятки, кто кого укусит акула, тот вообще проиграл. Даже, даже Степаха, если выиграл первую, все равно проиграет. Ага, ну то есть да, это уже какие-то новые правила. Это как называется, как это называется? До первой, как в Clash of Clans, не, Clash Royale, до первой башни. Я не в курсе. Мама не в курсе. Итак, ребятки, поехали, Степаха, бросай. Давай. Две. Две. Чего? Главное, чтобы она не захлопнулась. Я очень сильно рискую. Да. Ой, давай. Степан, я уже вижу, как она... Раз. Да? Еще одна, мама, минус подожди. Две. Как захлопываются твои... Мечты. Я выиграю. Сейчас мы посмотрим. Смотри, если бы я отдам, то она не будет кусать. Вау. А ну, давай-ка я... Я когда-то видел акулу. Две. Две тоже? Да. Ребятки. Мне пока везет. Пока. Так, Степан, Степан. Ну давай так, вот так. Две. Ага. Вот, мама, видишь? Ну что ты? Я что-то не мама, что ты? Мама, подсекай. Давай. Еще одна, да? Она желтая. Да. Если красная, то не помню. Есть. О, подожди, надо его оттуда раздобыть. Доставай уже да, его. Он уже и так... Давай, Степаха, бросай. Держи. Да. У мамы два лобстера, да? Или один? Ну, один. А, один. Повезло, повезло. Так, Степаха. Ну. Yes. Там одна попалась, да, Степашкин? Mm-hmm. Да. Давай, мама. Мама уходит. Одна. Одна. Мам. Есть. Может, вот это уже интрига, я вам скажу. Ну, я вот уже побаиваюсь. Если я вот сейчас... Даже ты хороший крабик. Степан. Степан. Пофартила Степан. Так, теперь мама. Мама бросает. Я тебя буду всегда доставать. Одна. Давай. Рыбёшка. Классно. Классно, классно. Чувствую сейчас, мама. Ничего не надо чувствовать, папа. Мама логику игры не смотрит, потому что... А ну... Так делаю. Давай, давай. Так, у нас 4. Две. О, ребята, здесь все. Я думаю, что да? Пацанчик. Ну да, я уже тоже думаю. Раз. А может и нет, а может и повезет. Может повезет, слушай. А ну-ка. Мама, победитель, ребятки. А ну-ка, мама, покажи, как он там прикусил. Покажи, как он прикусил. И... Не-не-не, поверни к нам. Что ты там собиралась? 1-1. Смотрите, ребята. Счет 1-1. Все. Ты проиграл, пацанчик. Вот так, потому что я говорил новые правила. Я свои правила ввел. А, понятно. Короче, ребятки, вообще, я не знаю, игруха прикольная. Игру, сейчас мы вам расскажем наши впечатления. Итак, наши впечатления. Степан, что я скажешь? Я ставлю, как всегда, 12 баллов. Степахи, все как всегда. Ребятки, что я могу вам сказать про эту игру? Классно. Давай, мама, ты и папа очень уже своим поделись. Очень классная игра, рассчитана на, даже на самых маленьких. Да. Мне очень понравилось. А я вам скажу, мне как-то так себе. Во-первых, чем мне не очень понравилось, это тем, что... Когда ты вытягиваешь рыбку, и она, например, это может быть первая рыбка, mm-hmm. закрывает пасть, mm-hmm. и что дальше делать? Mm-hmm. Что дальше делать? Ни у кого нету рыбки, и кто бы тогда проиграл? Mm-hmm. Раз, это непонятно. Например, когда она закрыла пасть, и ты ее опять, например, делаешь в исходное положение, да? Mm-hmm. Выставляешь ее, возвращаешь. Mm-hmm. Ну, нам один раз повезло, что она закрылась второй раз. А второй раз, грубо говоря, нам не повезло, потому что что? Она не закрылась. Да. Там не было этой рыбки, где-то там в той дырочке, где они стоят. И все. И считай, что интереса к игре нету. Как бы... Очаровательная. Сделано все нереально круто. Сделано классно, качественно. Все прикольно. Серьезно, ребята. Но вот и этот маленький нас... недочет. Да. Папа, а в общем... Папа просто у нас специалист уже по играм. Критик. Мы уже их столько-столько раз делали обзор на разные игры. Мы уже что мы уже реально знаем, где классное, и где можно дольше поиграть, а где так себе и... Но в принципе...
принципе, мне понравилось. В общей сложности, да. Было весело. Даже Амелии поначалу понравилось. Ребята, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч, ребята!